собаки, говорю. И вот несут нам нашу черепаху. Вот. Это же кошмар. Глянь, она целая. Офигеть. Пора вырезать панцирь. Ну чё? А чё? Ты голову будешь? А ложкой бульон? Принесут. Еще рис, например. А-а-а. Вот такая вот черепашка. Бедная, жалко, конечно, ее. Блядь, она даже срушится. Такова жизнь. Когда-то плавала. А рис? Не знаю. Ложка, вилки. Это что, вилка? Угу. Что-то ты что, лапка? Порезанная. Yeah. Кусочки. Ну, попробуем черепаху тушеную. Ели суп из черепахи в Вьетнаме. Сейчас вот тушеную черепаху. Обалдеть. Че там, Костя? Вкусненько. Да? Угу. Да тебе все вкусненько. Съел. Черви каких-то вкусненько, черепаха вкусненько. Ну, что там, Костя? Ну да. Бедная черепашка. Офигеть. Где хлебушек? А хлебушек не дают, рис. Хлебушек отдельно. А рис, хлебушек. Ну, вкусненько. Ты что, выплевываешь коготочки? Что это есть? Косточки. Панцирь, наверное, или что там, рубили? Вон такая когти с этими, много прям костей, да? Костлявая. Не знаю. Костлявая, костлявая. Главное, вкусная. Немалого размера черепашка. Панцирь, я не знаю, как. Да с собой в номер. Облизывать пепельницу. Будем. Пепельницу с панцирем. Сделаю, да, и шапочку. Я сказал кому. Вот лапка задняя. Черепашья. Ножка. Когда-то плавала, блин. Сколько стоит черепашка? 800 рублей порция на наши деньги. Ну, так, 880, но за 800 рублей, ну, так говорили. Еще вот ждем сейчас риса. Рис. Жареный. С этим какой. Блин, тут когти у нее, гадина. А я тебе говорю, это наверное, когти. А это какие когти? Большие. Ты видишь? Офигеть. Офигеть. Гадки, блин, острые. Сука, вот видишь, торчит. Да. Где? Где какой коготь? Блин. Коготочек. Очень вкусно. Вот последнее кафе. Кто поедет сюда, улица. Улица еды. И в самом конце, вот рядом у Лены кафе. Мы вчера где ели утку по-пекински. А это последнее кафе. Просто называется шашлык. Олега глазки вот у нее есть. Рис. Спасибо. Паста. Спасибо. А хлебушек, что-нибудь, булочка? Ты не заказывал. Булочки, что-нибудь, можно? Булочка, хлебушек, что-нибудь. Хлеба? Да. Ну, лепешка. Лепешка. Сейчас запускаю.